Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои родные. Как и обещал, я делаю сейчас, монтирую видео, то, что не вошло в стрим, когда мы ездили в Институт Солнца. Посмотрите, с каким замечательным человеком я познакомился. Познакомитесь еще раз, увидите Розу. И увидите, по каким местностям мы ездили. Было... Не без приключений. Значит, и заблудились мы, и... Ну, в общем, было интересно мне. В конце ролика, значит, первая часть посвящена дороге в Институт Солнца. Там не было связи, поэтому вынужден был записывать ролик. Вторая часть посвящена уже... Ну, вы то, что было в Институте Солнца, вы видели. Вторая часть посвящена нашей дороге из Института Солнца в сторону урочища Чимган. К сожалению, мы туда не доехали, потому что резко выключили свет, пока мы ждали наш обед. Ну, там получилось такое, что-то среднее между обедом и ужином. И в конце, то там в самом конце два маленьких ролика, то, что я тоже обещал. Я показываю ту самую форель, которую мы кушали, и то самое вино, которое Юрий нам подарил. Ну, не нам, а, скажем так, честнее, будем честными, он подарил это Розе. Потому что я вино не очень люблю. Теперь у меня есть любимый напиток. Один. Меня Юрий угостил, и он выпил вместе со мной, несмотря на то, что был за рулем, но он знает свой напиток. Чуть-чуть выпил. Это его производство самогон, ракия. Он показал мне свою, ну, на видео. К сожалению, у меня этих видео нету, но все мужики бы заценили, какой у него стоит самогонный аппарат. Это, то есть, технологии просто сумасшедшие. При всем при том, что у меня есть родственник, я вам говорил, мой зять, племянница вышла замуж за серба, и он ездил к родителям, привозил ту самую сливовицу. Ну, сливовица, раки, это одно и то же. Самогон. Вкус того, что производит Юрий, я не скажу, что та сербская сливовица была плохая, она хорошая. Но по сравнению с тем, что делает Юрий, это просто небо и земля. Так что вот такие дела. Смотрите, надеюсь, вам это понравится. Всего доброго, друзья. Всех обнимаю и очень люблю. Я так много наговорил, сейчас самое интересное. Друзья, добрый день. А кнопку записи не включил. Так что, друзья, давайте все начнем сначала. Мы уже едем в горы, встретились. Кстати, вот, блядь, одел город, вот мы еще по городу едем. Сейчас проезжаем знаменитый, в свое время назывался колхоз политотдел. Это вотчина корейской диаспоры. Но живут здесь не только корейцы, честное слово. Познакомлю, еще раз покажу. Значит, это Игорь, подписчик. Юра. А Юрий, извиняюсь, который вызвался быть нашим сопровождающим. И вообще, вот это по его инициативе. Мы едем сейчас в Паркент, Институт Солнца. Интересный объект. И понятное дело, что я не мог поехать в горы без Розы. Без розочки. Так что вот у нас такой теплой компании. Мы едем. Сейчас вот проезжаем политотдел. По-моему, дальше мы по этой дороге пойдем в Красногорск, если ехать. Да? Так что, блин. Так что вот такая сегодня у нас прогулка. Посмеялись уже. Я уже полчаса как говорил, но не включил запись.
старый стал. Ну ничего. Я думаю, вам понравится. К сожалению, не получилось с прямой трансляцией, потому что здесь связь работает плохо. Если мы сегодня попадем на Чимган, там связь будет хорошая, и я все равно сделаю прямое включение обязательно. А вот, кстати, друзья, посмотрите. Это хлопковые паря. И хлопок есть. Остатки. То есть его уже собрали. Комбайн прошел. Ручной, да, они приходили. А комбайн прошел. А эти сейчас комбайны вот мускейсы только, да, ездят, по-моему. Так, а ну правильно, откуда быть-то нашим? Может быть, где-то стоят, но я не знаю. Я их на полях давно не видел. Нет, конечно, нет. Да, потому что с запчастями же не производят запчасти. Все, что было, изменило. В 90-х годах все практически. Вот это... А, Беларуси, да, сейчас, кстати, тракторный завод, это совместное предприятие с белорусами. Ну, я не знаю, тракторный завод никогда не делал хлопково-уборочные машины, комбайны. Это делал Таш Сельмаш, а совместно с НПО «Технолог». Там, где я работал, вот эта основная часть, которая собирает хлопок, так называемый шпиндель, это разработка «Технолог» была. Сейчас во всех этих селениях свет, вон, да, уличное освещение везде, все освещается. Электричество есть, да? А газ есть здесь? Газ у них есть, вон. А, да, вон, и счетчики стоят точно. Не, я просто сужу по этому, по Ферганской долине. Ездил достаточно часто. Ферганскую долину, Ташкентскую. Не, в самой Ферганской. Так ведь тоже вот Хакулабад, это вот город. По-моему, вот это все, вот, все, тут город заканчивается, по-моему, дальше. Вот здесь, да? Вот здесь, по-моему, да. Да. А это уже область. Мы выехали. Вот теперь, оказывается, только мы выехали из Ташкента. А до этого все это еще было Ташкент. А это, да. Ташобласть рос. Район. Буду снимать все, покажу все, посмотрим, если что-то будет неинтересное, потом подредактирую, что-то вырежу, что-то добавлю. Но постараюсь, конечно, в горах, когда мы будем на Чимгане, там уже включить трансляцию. Да, да, все взял. Не, есть пауэрбанк нормальный. Ой, на Самарканде первая моя поездка в Самарканд, конечно, была очень интересная. Ну, я тогда только учился. Кстати, если здесь давно не были, то Джума-базар будем проезжать. Угу. Тоже как расстроился. Базар большой сделали. Немножко старый снесли уже. Вот сейчас за этим мостом. Засыпает вот это все русло уже постройки. Да. Сельхоз был шумный. Нет, они вот это вот, здесь карьер же был,
карьер с этой стороны был Рыбхоз. Тут как раз вот это здание стоит на Рыбхозе. Сам базар новый. Угу. Это Джума-базар. Это название самого такое. Джума Базар. Это Роза спрашивает, что только в пятницу работает, потому что переводится пятничный рынок. А это название населенного пункта. Ну, как мне старожил говорил, что все дикане сюда съезжались в пятницу и торговали своими. Да. Верните налево. Да, правда, не правда. Я здесь не так давно был. В прошлом году, да, я ездил? Или в этом году я ездил в гости к Рахиму на дачу? Ну, это Красногорск. Ну, нет, в этом. Весной. Да. Вот здесь вот я был, но я был ночью, и вот приезжали вечером. И поэтому я ничего не видел. А назад ехали утром, но я тоже ничего не видел, потому что мы очень хорошо погуляли с племянником на его даче. А это что, Красногорск? Нет, Красногорск. Нет, вот это Джума-базар. Это приезжали. Джума-базар? Ну, населенный пункт, да. Бабичи все удивлялся. Господи, я попал в прошлый век, когда Волги, Жигули. Он так радовался копейке. И причем увидел копейку. Есть копейки. Есть, у нас есть такие копейки в Ташкенте. Знаешь, как их обделал? Прям как новенькая. И вот такую одну он увидел. Он такой счастливый был. Победы, смотри. Победы. Побед нет, не встретились победы. Вот эта вот капуста, это не просто не простая капуста, это корейская капуста, из чего делают чимчур. Вот бы. А? Ну конечно, мы едем в горы, пока в дыбке. Поля. У нас Юрий, оказывается, занимается вином, сам виноделием. Я сижу счастливый, что я с ним познакомился. В этом году что-то вообще бешеные цены на этом году. А вы какие-то смеша делали? Ай, блин! Ой, бедная, господи! Ногу сама. Да. Иди, дурочка. Жалуется она, блин. Ой. Он ее мог и не видеть. Он мог не видеть. А как его? Она-то так рос. Он даже не тормознул. Она выскочила, блин. Он ее вряд ли видит. Она остановилась, потом опять пошла. Ай, господи. А это что такое интересное? Это конный завод. Ух ты! Это конзавод, оказывается, друзья. И что здесь есть это?
не ипподром, а это какая-то площадка для выгула. Вот. Не видел я этого, не знал. За рукав. А, нацгвардия? Да. Это конезавод наш. Они что, лошадям? А, не, у них есть завод. Да, я... Недавно праздник прошел, вот, не знаю, как он что-то называется. Возьми куртку, а? Блин, я что-то под впечатлением бедную собаку, блин, аж жалко, блин. Вот, друзья. Я представляю. А у меня тоже я. Я вот на дубовый. Это 98-й год, что ли. Дорогу переходил. И двое пацанов выезжают на дорогу. Я одного пацана успел схватить, второго не успел. Машину не выдал, он через машину прибегает. Ну, нормально. Все хорошо, но если бы вот этого пацана не поймал, то попал бы очень серьезно. Да, не дай бог. Давным-давно еще в институте учился у панорамки. Помните, был это ОТФ политехнического института, общий технический факультет. И вот там около панорамки сидел, там скамеечки. Мы с друзьями сидели, когда было. Окно между парами было, и вот Жигуль женщину сбил. Прямо на этой улице летел молодой чудак, она бедная перекувыркнулась через машину, но слава богу, жива осталась. Два перелома, ногу сломала, руку сломала. Тогда еще сотовой связи не было, я помню, что забежали мы в деканат к телефону, вызвали скорую. А этот, кстати, кто сбил, по газам и уехал. И? Да. Вот здесь моя дача. Вот здесь ваша дача? А, вот здесь. Я питьевую с собой вожу. Здесь есть вода, но все равно она жестковатая. Поливная она, да? Ну, даже я бы и поливать такой бы не стал. У нас поливная с речки течет. Ага. Горные. Летом открывают канал и это правда вообще даже без перебоя. Не перекрывали. Ну вот, все первый вот был дачный. Вот здесь. Авиаторы, там ну, много всяких строительных контор, вот это вот знаменитые дачи за Паркентом, Паркентской области, вот если кто здесь когда-то. Ну это тоже такие-то дачные улицы, ну они уже жилые стали. А вот это вот сейчас вот до речки, после речки, в ту сторону тоже дачи. Это вот базарчик был. Ну и есть. Дороги по центральной.
опять возрождается все. Раньше же весь Паркинский район с виноградниками был. Да, а потом все под бульдозер все пустили. Кошмар вообще был. Пример Бачове соком забыли. Да, и дурацкая была. Да беда, что остались винограды тех сортов. Но те они, которые сейчас ухаживают, они не знают, что это за сортов. Не спрашиваешь, какие у тебя сорта вина есть. Красный, белый. Все. Я понял. Красный, красный, какие? Красный. Я говорю, ну какие сорта? Брат, какие надо? Рислин брал, этот балбес взял весь рислин, срубил в прошлом году. Я говорю, ты вообще представляешь, ты что за виноград срубил? Этот дед его жены выращивал этот, сажал этот виноград. То есть это старая лоза? Да. Очень хорошо. Нет, пару кустиков. Ребят, мы все ближе и ближе. Горы все ближе и ближе. Такие у нас есть всадники, джигиты. Вырубил технический сад, посадил столовый. Я говорю, все равно. Столом возиться больше нужно. Таков просто мало осталось винограда. Вот и мне знакомый один тоже купил виноградники. Из него делают сахар, много чего из винограда делают. Он говорит, нет, это грех. Я говорю, ладно, хорошо. А пшеницу что? Тоже теперь нельзя выращивать? Да. Из нее делают водку. Водку, да. Ну, походу... Не морочь мне голову. Да, да. Ой, все, да? Кто-то один сказал, что вот это грех, блин, и все, и пошло, понесло его. Вообще вино, оно полезно. Вино, да. Особенно
красное для сердца, для крови. Снимает радиацию. Ничего не снимает, так. Вино. Красное. Белое вино хорошо удаляет жажду. Не, ну. Да, сухое. Сухое. Можно водой разбавить и пить его народу. Да, я не знаю. Итальянцы так делают. Да, да. Паркент. Мы приехали, приезжали. А, это Паркентский канал. Ну, такой небольшой. Ну, мы уже, да, под Паркент. Вино тоже они возили с собой, потому что вино не портилось, а вот вода, она же стухает. Стухает? Стухает. Цветет. Цветет. Но надо было серебра побольше. Это ладно, я сейчас это еще в этом году набрал это дубовые эти чурки. Ага. В следующем году буду пробовать бочки делать. Сам? Да, все это несложно обрабатывать, изготовить. Сложно здесь древесину найти. Городская она, в принципе, не подходит к этим делам. Ну да, она, во-первых, рыхлая, во-вторых, она надушалась всеми этими. Нет, ему все равно, он просто древесина рыхла. Сильная потеря будет у лянгеров в этих бочках. А скальная, она более плотная древесина. Без сучков, без всяких задумок. Скальная — это гора, которая что-то. Да? Кавказский, да. Я вот не знаю, я здесь не видел, у нас растет, не растет. Надо как-то вырваться. Смотри, что у нас вообще здесь прорастает. Они просто это все перемололи, бросили туда и все. Весной выкатили, что осталось, это чача перегнали. Ну, она, да, зато хранится долго, все правильно, потому что там танинность такая, танинность, что законсервировали. Ну, не знаю, вот, ну, может быть, это уже было не грузинское, но грузинское. Мы вот были на дне рождения у подруги Розины. Ну, сейчас они все равно чуть по-другому делают. Не так уже. Они уже вот познакомлены с технологией итальянской. Стали с гребнями никогда не это не изображивалось. А у них прям с ветками со всеми делают. Поэтому у них и белые вина такие тяжелые. Просто соком изготавливается. Производство тоже такое. Никак без красного. Поэтому белые вина не более дороже. Сейчас уже в середине Паркента. Ну, друзья, мы приехали в Паркент. Уже вот такой город есть. Через 300 метров поверните направо на коммунальную.
Шкланские шоссе. Ой, господи, вспомнил я его. В каком году? Это в 84-м году. В мае месяце, 1 мая, мы здесь как раз в Кумышкане отмечались с друзьями. Маршрут есть. Что-то я не туда заверну. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните ошиблись чуть-чуть. Да, не там повернули, ничего. Поверните направо. Куда-то нас... А, вот. Как интересно мы. Ребята. Сейчас в пещеру какую-нибудь заедем. Поверните направо, а затем поверните налево. Новая дорога. Ну, у них такие обувь могут. Так, вот так они тут и живут. Да, блин, вообще бы. Во дворе скала. Личная гора. Интересно. Вон какая. И забор не надо. Холм между участками. Вот. Я говорю, личная гора. А никто здесь никогда, наверное, не ездил. Поверните направо, а затем поверните налево. Шарик какой. Черт возьми. Так, что-то он как-то... Налево, говорит. Запаздывает. Поэтому я и не дам повернуть. Маршрут перестроен. Ну, зато как интересно. Приключения. Приключения. Просто так мы сюда не попали. Мы не заблудимся все равно. Тут все дороги в горы ведут. Смотрите, где все-таки? Я вот это тоже не видел. Вот такой будет. Через 200 метров поверните направо на Кумышканский. Это прямо смотрите. Это вообще... Как это? Как это? Здесь дорога вообще есть? Там похоже на дверь, ворота. Это не знаю. Не, какая-то дорога есть. Нет, ребят, есть. Не, ну подъездная, вот, да, вот, это, вот это, вот это, блин, приключение. Мы вообще там развернемся. Здесь вот такая, ух ты, такая лесенка, блин, вниз. Между домами. И там люди между домами. Ух, как здорово. Это интересно. Понравится, блин. Подписчикам понравится. Мне самому нравится все это. Все и больше, и больше. А сейчас я смотрю на вас в профиль. Я вот, будто в древний. Посмотри, да. Мы что-то. Да, вот, да. В профиль посмотри на нашего водителя Юрия. Я сейчас повернулся, аж обалдел. Одно лицо с Анваром. Анварка? Да, Анвар Садыров. У вас прически одинаковые, строение лица одинаковое. Надо вот у них спросить. А уже все, вот мы, по-моему, на дорогу выезжаем. Да, правильно. Вот это... такой у нас культур-мультур. Да, культур-мультур. А ты это мне напомнила? Как это, черт побери? Да, бриллиантовую руку, да. Да, очень было похоже на то, что где заблудился. Смотри, какая дверь, я был. Я выйду, блин. А, посмотрите, ребята, эта дверь очень старая. Видно, что это не новодел это. Нет, конечно. Обалдеть, боже мой. Таких дверей в Ташкенте.
А, кстати, вот на этой 06 привезли баранов, друзья. Да уже стой, я объеду тебя. У них это бойни, что ли? Это район, наверное, этих мясников. Косопчи. А, вот мы вернулись. Интернет плохой, поэтому наверное. Да, запасный. Ну зато как интересно. Сейчас пока прямо. А он там нам говорил на промах, он делает, что ли? Нет, туда повернули. Мы повернули, нам надо было дальше повернуть. Вот базар Паркинский. Паркента. Речка так сейчас. Резко отбелила. Да здесь я не понял. Наполняется по сезону роза весной? Нет, не, она не наполняется, но когда лед тает, то тут побольше воды. Ну когда-то наверняка была широкая, полная водная. Нам же, Казахстан же тоже, да, перекрыл эти воды. Да, природная река была. А, колесико вот по такому пройти над речкой. Шашлык, машлык. Это не мостик Розы, это, по-моему, трубопровод. Да, это явно не мостик. Выезжаем из Паркента. Значит, друзья, вот это было в 84 году. Да. 1 мая мы встречали в Кумышкане. Поднялись по ущелью достаточно высоко, поставили палатку. В общем, здесь такая хорошая компания, друзья мои были. И задержались аж до 4 мая. Начали возвращаться с морем, а ниже того места, где мы стали лагерем, сель прошел. Жуткий сель прошел.
дожди. Всю ночь, с 1 на 2 мая, всю ночь был ливень. И вниз начали спускаться, а там сели, еле-еле дошли. Приезжаем домой, а наши матери, моего друга и моя, они там в шоке, потому что было объявлено, что вот именно в Кумышкане большой сход сели. Они думали, что нас уже и нету. Площадка Института Солнца. А он, интересно, это работает вообще, Институт Солнца? Да. А их же два всего таких объекта. По-моему, один во Франции, а один у нас. Но первая маленькая гелиоплощадка, самая интересная, самая первая в Ташкенте, она была на территории, на старой территории Института электроники. Это где гидрометеоцентр. Ну нет, там, конечно, не то совсем. А, не она? Посмотрим, сейчас подъедем. Так, я пока прерву запись, попробую запустить трансляцию. Есть процент йода, ну, всяких элементов тоже. А, мы, друзья, уже вот выехали из территории Института Солнца. Юрий сделал мне сейчас подарок очень интересный. Я обязательно засниму это, когда мы доедем до локации. Я же вам говорил, что он винодел. У него есть свое вино, которое бутылированное, с пробкой, с этикеткой. Этикетка просто замечательная. Ладно, все покажу чуть позже. А сейчас мы вот выезжаем. Сейчас опять проедем через Паркент. И едем мы, так называемый, кто жил и кто бывал в Ташкенте, кто ездил в горы на Чимган или на Червакское водохранилище, они знают такое название — бочка. Мы едем туда, чтобы, ну, просто пообедать, потому что время уже обеда. 2:20. Что-то случилось? Сейчас я поймаю. Вдруг дороги какие-нибудь забиты будут. А раз навигатор работает, значит, интернет должен работать? У меня карта эта, он это офлайн. Он главное поймать. Самое главное ему поймать. Траекторию поймать, а там уже спутник. Интернет. 1 километр 500 метров. Хорошо, куда ты меня повезла? Ну, туда уже не надо. Это предыдущая локация. Бочки. Я потеряла нить разговора. Давайте начнем сначала. Бочки. Не стало понятнее, но стало тревожнее. Что такое бочка? Бочка. Бочка. А другой ориентир есть? Сейчас найду. Куда в Россию нас она повезла, река Бочка? 2 дня, 2 часа, 21 минуту ехать. Другое, наверное, какое-то название должно быть. Местное какое-нибудь. Червак, Бочка. Взгляните,
века. Меня в Узбекистане сейчас не видит, что нет, видит же. Чарвак, бочка. Номер один. Просто Червак? Червакское водохранилище, бочка. Сейчас найду. Чего? Вот еще что-то теперь. Опять не Червакское пишет. Нет, какое-то другое. Червакское водохранилище, бочка. Червах, как его захоронили еще. Так, магазин пива. Вот шашлыки на бочках, да. Поехали. Дом она нас поняла. Не стало и понять, не его стало тревоги. Это хорошо. Просто дай мне попить. Да, вот точно. Кому-то памятник здесь стоит. Фияз Умаров. Ой, давайте посмотрю, кто это. Рос, возьмешь? Куртку. Сейчас покажу еще один вид. Тут Юрий нашел, сказал, надо показать. Вот эта площадка. И вот он, Институт Солнца. Расстояние километра. Это вот где-то километр мы отъехали. Так. Академик Фияз Умаров. 21 год. 25 декабря 21 года. Родился 21 декабря 88 года. Скончался. Ну вот. Я его не знаю. Ну, видно, жил здесь и работал именно на этой площадке. Вашего производства? С чем? Со сливой? Сливовое. У нас зять. Ну, тоже совсем другое, чем вот сами гости делают. Как их? Сербы? Не сербы, это эти. Греков? Греки делают ракию, сербы делают ракию. Кто еще делает ракию? Да, солнечная энергия, видать, влияет. Сплавилось. Не, ну это зеркало, конечно, так. Блин, на него смотреть очень тяжело. Я позироваться. Не, ну там, когда подходишь, там тебя так расплющивают, размазывают по нему.
прям аж это... И взгляд куда-то сконцентрировать очень тяжело просто вообще. В нем отражалось вот это зеркало, которое напротив, угу. И оно вот как будто вот, вот здесь, не оттуда отражало, как 3D. Мне понравилась поездка. Если бы гид был, было бы интереснее, конечно. Но они, видно, отдыхают сегодня. А что у них получается у людей вот выходные, да, когда они были? Ну, вот вообще самые такие да. забористые дни у них должны быть вот воскресенье. Они специально, они режим-то не писали толком. Да. Не может быть, чтобы каждый день не было этим. Потому что, насколько я знаю, он еще работает. Плавит. Они к нам, на это вот Сва-центр тоже приезжали на выставку. Угу. Тоже там всякое. Какой-то этот еще привезли. Это, ну, с космоса, с какой-то. Они его плавили тоже в этом, в этой печке. Ну он такой, местами такой плавленый был, местами, ну, по-моему, они это гонят. Я не думаю, что привезли бы такой объект на выставку. Все-таки это секретные материалы. Надо же как-то заинтересовать было. Вот, кстати, блин, хорошее знакомство состоялось с харизмскими. Можно ехать, блин, не заморачиваться. То есть только найти на проезд, а жилье уже есть, блин. Ну сейчас в Киеве тут, наверное, делать нечего, да, Рос? Мостик!
Ты что, меня-то тянешь? Ну, пойдем. Розарик очень хочет прогуляться по мостику. Ну, ладно, вам тоже, наверное, будет интересно по нему пройтись. Веди меня. Электромобиль. Зеленый. Ну, у него желтый вообще. Ступени такие вообще. А может, такой мостик, да? Вот такой мостик. А вот горная речка. Поверьте мне, вода здесь будет. Ой-ой-ой, какая холодная в этой речке. Если бы было много воды, совсем другое зрелище было бы. Интересно, а рыба есть в этой речке? Ну, как у меня побольше на реке. Что, все, пошли? Ох, а здесь вообще балаган. Видимо, слушай, если поток идет, да, все это несет. Ну, вот эти селевые потоки. Вот там это она несет прям. И трясется он такой. Здрасте. Здрасте. А представляешь, здесь коровы? Мы с ней не разойдемся. Зеленая труба. А с той стороны конструкция. Думаю, как он болтает. Ну вот, мечта, Розина мечта воплотилась в жизнь. По мостику пройтись. Все, и теперь дальше. Теперь на бочку. Идем, идем, идем. Встала посреди дороги. Когда-то наверняка, да, река большая была. Большая была. Вот здесь поток там, если... Вот эти селевые потоки, когда идут, наверное, эти камни все и принесли. Блин. Не, камни-то большие, они еще здесь. Футбольный мяч, может, покрупнее, сюда тащит, да? По-по-по-по-по-по. Слушай, я так и не попил, Рос. Пацаны прошли, весь мост. Трясется прямо. Да, вон видно там эти колонны посвалились. Ерундой подперли. Подперли просто, что стояло, видимо. А там видно, что одна колонна свалилась. Видимо, ее чем-то... Это потому что нет хозяин. Поверьте мне, друзья, воздух совсем другой, не то что в Ташкенте. Воздушный прям. Да, воздушный воздух. У нас сын все детство провел в горах, в лагерях. Многие мои друзья, они как-то в одном лагере. Для детей вот это время провести в горах.
Во-первых, чистый воздух. Во-вторых, самое главное, я думаю, это раньше, общение. Раньше одна смена почти месяц. Почти было, месяц. Да, а сейчас две недели. Даже какой там неделя с хвостиком? 7-8 дней. Да, там, и что сестра у меня была, она говорит, там, где работала, брала путевки. Мама моя покойная тоже, у нее сколько путевок. Она работала в последнее время в этом Министерстве бытового обслуживания. И вот все, вот он ездил прям по три смены. Как уехал, приехал последний, и там через неделю в школу, все. Одного лагеря в другой пищевой. Нас в город даже не завозили. Перекидываем с лагеря в лагерь. А сейчас детей на дачу на лето загоню. И все, они целые. Вот вам там лагерь, да? Строгого режима. Нет, они там вообще. Бассейн есть, все есть. Прыгают и скачут. А, и бассейн есть, да. И все. Ну, замечательно. Дети если, взрослые? Если газ был? Нет, маленький. Маленький. Старший приезжает иногда с России. А, старший в России. Гражданство получил уже? Да. Ну, над первого брака. А эти малявки 7 и 10. У нас... внукам почти так же, 9 и 7. Сейчас спуск такой, вроде бы ничего, а уши закладывает. Но экскурсия была очень интересная. И началась она очень интересно, когда мы заблудились. Мне это тоже понравилось. Да. Такое тоже увидеть многим интересно. Именно потому, что туристически не ездят по центральным трассам. А вот посмотреть, как люди живут здесь. Вот мы видим. Ну, какой обделанный ЗИЛ. Красавчик. А на дачу газ не обещают? На дачу к племяннику, мы туда приехали, а меня наоборот от того вот, от такого воздуха тоже как и тишина,
я спал до 4 часов дня. Вечером легли. Ну вот в том-то и дело, что когда здесь даже в любое время ляжешь спать, проснешься, отдохнувшим, да. А в городе проснешься, как будто ты под бетонной плитой лежал. Все болит как-то, не знаю. Вообще не, не это. Нет ощущения, что отдохнул. Ну да. Тоже какой-то объект строится, огородили, но пока там внутри ничего нету. Большой объект. Нет, на кладбище не похоже. Чероз быстро не спеет нам. Ну, как раз первый пусть рядом с кишмишом. С кишмиша плоское вино получается. Стильненько. А вообще в год сколько перерабатываете винограда? Всякому в этом году мало перерабатывают. 3 тонны? Вот, друзья, 3 тонны – это мало. В этом году помёрз виноград, у меня мало. У меня в этом году только из-за полу родилось. А вот мы у Ленки, помнишь, на день рождения купили вот этот бакизаган и забрал? Ой, ужасное вино было. Багизагам испортился. И вот как раз на день рождения потом мы пошли, взяли грузинское вино. Это каверне может слабо игристое быть. Если будет это же кадет, не пугайтесь. Понял. Он 21-го года. 21-го пан перелил, а урожай 20-го. Оно из плиточки. Там с какого года? Коллекцию не делаете? Есть, да. Ну, их мало. Но вот эти вот, как сказать, вина, которые уже не один год, они же крепче становятся, да, скажем? Нет, они крепче не становятся. Чтобы вино хранилось, его подготавливать надо. Вот подготовить. Моя племянница, это старшая дочь сестры моей, она замужем за сербом. И вот он иногда ездит на родину и привозит оттуда сливовицу. А он однажды привез, значит, бутылка, в бутылке груши целого. Ну, вы знаете, да, то есть на цветок насаживают, и сверху
залито самогоном с грушей сделано. Вот это было, это просто потрясающий, конечно, вкус уже. Айвовку я делаю. Айвовку? Вот никогда не пробовал. Это тоже крепкие. Это делают, ну, там сложные тоже процесс делается. Вино сначала с айвой. Тоже без сахара, без ничего. Это вино потом перегоняется. Потом этот спирт, который вытянул, это у меня в горах у друга есть дача, вот у него там айва растет. Она там такая страшная, все, но ее когда нарежешь, почистишь, конечно, там 60% мусора, а все равно айва остается. Вот, почистишь и потом заливаешь его спиртом. Вот прям полную его заливаешь. Столько надо очистить, чтобы... И все, и она стоит год-два. Потом сливаю. Вот эту жидкость. Вот. Я в ягоде все равно же спирт тоже остался. Закидываю эту ягоду в куб, заливаю водой и перегоняю, выгоняю туда в спирт. Потом это все вместе с Женю. И еще годик она стоит отдыхает. Блин, ну получается 3 года. Да, 3 года получается производство. А потом она чем больше стоит, тем ароматнее. Да. Вот. Ну, аромат тот же, все то же самое, но вот она меняется какая-то. И мягче становится. Вот она вот настаивается на горном. Это ротафия называется. Ротафия? Не слышал никогда. Она между ликером и настойкой. Вот что-то вот так. Угу. Он сладенькая, что ли? Спирт, все полезные вещества вытягивают с айвы. Угу. Ягод. Я вишневую также делаю. Ну, вишневка обычно тяжелая. Так, да. Мы в том-то и дело, что вот, те, кто... Ну, мои напитки пить надо не вот так, рюмкой. Это же напиток для... Смакования. Да, смакования. Там буквально глоток такой нужен сделать, чтобы даже до желудка не дошло. Чтобы рассосалось в пищеводе. Видишь, ловишь после вкуса вот эти все, а может меняется, скажем, каждое время, с определенным временем разных вкусов. А никем там не закусывают, что-то. Это вот как раз компания, такой теплая компания. Сидишь и разговариваешь, вот налился, то ведь по маленьким глоток сделал. Я что-то даже захотел. Так вкусно рассказывать. Сам себе рассказывал. Я говорить не могу, потому что полный рот слюней. Вот, ребята, самое интересное. Вот второй подписчик, с которым мы познакомились благодаря каналу. И благодаря Бабичеву. Бабичева. А, кстати, вот. А Бабичева благодаря Андрюге. Благодаря за Бабичеву вот мы познакомились с Эдуардом. Тоже очень интересный человек. Вот у него увлечение, ну вы же помните, да? То есть он собирает магнитофоны советского времени, но не советские, в основном у него японские. И они все у него в рабочем состоянии, в идеальном. У него же целый музей там под телебашенкой. Так-то вот. Вот обрабатываются склоны такие, вот холмы, и тоже, видите, и сажают что-то, и виноградники, и еще что-то. Сейчас радует, сейчас вся земля опять обнародуется. Используют, да. То, что Юрий говорит, подтверждаю, были страшные пустыри. Вообще взглянуть было не на что.
больше на даче. Дачу в Брисбоне. Вот мы проезжали дачу. Я еще хочу производство оборудованием заняться. Будет производство оборудования для виноделия. Шашлык идет своим ходом. Бараны. Козы и бараны. Строится мечеть еще одна. Вот мы ее и видели, кстати. Заговорились, опять мы промахнулись чуть-чуть, друзья. Все, мы 4 километра проехали мимо. Понятнее не стал, но стало тревожнее. Вот это мне сильно понравилось. Как это? Эстония. Мы как те эстонцы, говорит, через 5 километров. Ой, промахнулся.
Нет? Есть 300 метров. Поверните налево. Да, есть. Повернули налево, уперлись в тупик. Ребята говорит, ну и посмотрите, куда вы приехали. Чуть может за поворот не туда смотреть? Нет. Подростки едут на своей машине тоже куда-то там на природу. И вот ехали, ехали. А, у них этот поломался регистратор. И смотрят так. А, я знаю, по этой ногой. И вот они будут заехать, а там заброшенное какое-то село, короче, там не доедет. Их там всех переедет. Я говорю, сейчас поворот туда посмотрим. Вот такая панорама. Опять пошли в подъем. Виноградники внизу. Вот прямо на улице стоит тандыр под навесом. Лепешки видно пекут. Какими-то партизанскими тропами. В поле приехали. Стало тревожнее. Отомстила она нам. А что, она желтая стала дорога? Классная там. А это значит проселочная. Не по, без покрытия. Она вся такая. И вот там потом началась хорошая. Это какая-то объездная, что ли? Дороги уже вид ремонтируют. Обычно дорогу мы видели только высоковольтные линии. Здесь они просто что ли? Четкол. Здесь я тоже никогда не бывал. Я по этой дороге никогда не ездил. Да вот они тоже едут. Едут, да. Где мы там? Да это мы в глубинку заехали. Не, мы по другой дороге. Тут все дороги ведут куда-то. И в горы это. Никогда не забудешься. Обязательно куда-нибудь приедем. Просто качество дорог разные. Да, да. Ну вот сейчас уже зеленый дорог. Скорее всего, это впереди тоже с регистратором едет. Угу. Скорость убавил, поэтому желтая. Тоже
что он едет на бочку. Куда-то едет он просто. Я бы паниковал, если бы мы одни здесь были. Так пока весело. А звезды есть. Впереди он Малибу вообще есть. Мы одни такие балуются. Охо, вот куда она идет, эта дорога. Дорога такая веселая. Ребят, ну вот вы все поражались в Ташкенте, хорошие дороги, хорошие дороги. Теперь будете знать, что у нас и такие есть дороги. Вот впереди тоже на Малибу ташкентский товарищ. Блин, тоже. Я думаю, что он сейчас в душе тоже матерится, так как и мы. Блин. Завела нас, блин. Это Алиса же, да, с нами вообще? Это он коней катает. На них ездит, на том и катает. Серьезно, раньше, да, коней перегоняли, спокойно это... своим что, ходом. Что за лошади, если они все время в стойле стоят и вот их перевозят, они очень ходят. Здесь даже маршрутный ездит, паркер чик-чик проехал. Да. Он тоже заблудился. Он заблудился. Что-то мне его хочется обойти. Что-то он как-то едет. Дорогу не видит. Ладно, снимай его. Ну, в общем, у нас сегодня не без приключений. Это хорошо. Что он нам показывает? Куда мы? 42 минуты показал. Вот это что-то. Нет, туда. Туда правильно ведет. Нет. Вот это. Егор это показал. Газалкин? Правильно. Мы сейчас паркен доедем. Мы других гор спустили, сейчас на другие горы будем запускать. Подниматься. Подниматься будем. Все нормально, мы не заблудились. Короче, мы в овраг едем, да? Потом будем подниматься.
Ну, это же горы, да? Они да, точку. Туда-сюда. А вот все. Прям это песня. Асфальт хороший, недавно положили. Мы через Сукок едем, да? А-а-а. Нас мы через Сукок. Да. Видел у нас на корзинке на этой стоянке на площадке? Есть, да. Зарядки. Зарядки есть. Ну, вон, по-моему, слева у нас остается чик-чик. Это Газалкент? Мусороперерабатывающий. Да. Все, я узнал эту дорогу. Все. Я тоже узнал эту дорогу. Газалкент у нас слева останется, и потом мы пойдем. Да, все. Она вот параллельно. Да, параллельно. То идет. Центральная. Остальная моя старая. Это очень старая дорога. Ну как ее сделали здесь хорошо? А что, прямо дороги нет, что ли, сейчас? Налево, зачем нам? Поверните налево. Ну, давайте не будем спорить с ней. Понятнее не стало, говорит. Теперь мы эту мечеть с другой стороны. Это другая мечеть. Достроилась, это уже достроенная. По дороге едет Штирлиц, смотрит, голосует Мюллер. Да ну его, подумал Штирлиц, и проехал мимо. Через 10 минут смотрит, опять голосует Мюллер. Да ну его, подумал Штирлиц, и проехал мимо. Третий раз едет, через 10 минут Мюллер голосует. Кольцевая, подумал Штирлиц, издевается, подумал Мюллер.
Почему налево? А, ну пусть, ладно, правильно. Она знает. Черчикская подстанция. Пока не ориентируемся. Сейчас приедем. Цели экскурсии найти. Через 300 метров поверните направо. Ты вроде в горы едешь, все налево, да налево. Нет, мы сейчас съехали с одного холма на другой. А теперь будем подниматься на другую. Поверните направо. Я вам скажу по секрету, мы видели с вами не Газалкент, мы видели с вами Черчик. Это Черчик. Это же эта трасса, блин. Все понятно. Газалкент дальше. В принципе, я и предполагал чуть-чуть. Я в Газалкент назвал. Вон мусора. Ну, тут Черчикский химпром видно. Тоже промышленный город сейчас. УСКТЖМ, не знаю, говорили мне, УСКТЖМ работает, химпром работает, училище танковое у нас здесь, в Черчике. Дельканский рынок. Вообще, очень странным путем привела нас сюда. Оттуда, да. И опять бы сюда не попали. Получается вот по такой дороге, ну, вперед заморачиваются, есть проект, нравится и строят. Это вон только у нас там, в Мусуланзаре, вот эту построили мечеть. Вообще удивительно. Очередная мечеть у нас. Ну, тоже строится пока только.
спрашивают. Что говоришь? Да. Домики людей переселяют, наверное. Домики при Каримном ресторане. Да. Давались выделившим декан передовикам. Не, вот мы сейчас ездили в Самарканд, когда с Бабичевым вдоль железной дороги видели, что еще строят. А вот эти что-то ремонтские строят. Вообще, когда все вот это вот дорога вот эти. Застроили, да. Вот она ужасная, шлакобочная. Да, весной здесь будет красота просто, когда зацветут наши горы, зелень покроется, совсем другая картина будет. Ух, какой тут вот дача какая. Ну, кораблик.
в Лазаре, где мы живем, несколько лет подряд, да, помнишь, он селился где, на каком-то из домов тоже, из трибов. Ага. И вот он этих майнашек гонял. Да. Ух. Да, пара была. Это рыбхоз. Шарк балык. Вот это вся рыба, которая тут находится? Да нет, не обязательно вся. Не обязательно вся. У нас рыбсовхоз. Нет, здесь это, как его? Ну, который вы с Бабичем увидели. Да, форель. Форель. Такие форель, да, такие рыбы выращивают. Не сазанов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это вон с него сыпется, блин. Вот впереди который? Да. Балбес. Блин. Попало? Попало, да, вон. Прилетело. Щебень, блин. Стой! Ой, у тебя щебень летит, долбоёб! Сыпется у тебя! Сыпется! Рос, дай мне сумку достать. А, сумку дай мне. Порезала. Вот нам принесли. Да. Ну, ее порезали, уже разложили. Вот такая форель. Это будет в ролике. Это не будет в прямой трансляции. И как кушать мы ее будем, я вам не покажу. Вкусно. А, добрый день, друзья, еще раз. Вот то, что обещал. Посмотрите, это вино, которое мне подарил Юрий. Он не мне подарил, а Розе, потому что я-то вино не очень люблю. Вот какое производство, пробка, что написано на бутылке. Не для продажи, для друзей. Каберне, домашнее сухое вино. А внизу написано, изготовленное из винограда Каберне Савиньон и Саперави, выращенные в пригорье Паркенской области. 2021 год. Разливает, печатает этикетку, делает пробку. Юрий сам. Вот судите о том, какой это, ну, реально увлеченный своим делом человек. В этом году, говорит, обработал очень мало вина. Это не вина, а винограда. Всего 3 тонны. Всего. На минуточку. Вот. А потом он угостил меня ракией. Но и бутылочку не могу показать, потому что, ну, там просто была бутылочка из-под чего-то. Но напиток, я думаю, что теперь мне не интересна ни водка, которую я пью крайне редко, ни никакой вискарь. То, что я попробовал, это что-то с чем-то. Так что вот с такими людьми я знакомлюсь.